Экс-футболист, а ныне директор мадридского «Реала» Зинедин Зидан решил подать в суд на обычного юмориста. Французский комик Кристоф Оливек в оскорбительной форме отозвался о частом появлении Зидана в рекламных роликах и назвал его безмозглым рекламным плакатом. Кроме того, юморист высмеял Зизу за то, что он представлял интересы Катара в заявке на чемпионат мира 2022 года. Разумеется, не бесплатно. В итоге Зидан подал в суд и требует от Кристофа 75 тысяч евро. Видимо, не только на рекламе Зидан зарабатывает на жизнь.